У мечей есть прошлое. Как и люди, они видели много боли, много крови. Много лет тому назад триады убивали своих врагов, нанося им сотню мелких порезов. Они наносили их очень аккуратно, избегая главных артерий, чтобы жертва не умирала как можно дольше. Ты только что получил свой первый порез. Привет всем! Сначала я поблагодарю всех, кто со мной с первых моих видео. Значит, то, что я делаю, не так уж и бесполезно и скучно. В честь юбилея я выпускаю гайд на противоречивого персонажа Линга. Линг Вестник. По сложности легкий. Этот персонаж выдается бесплатно как стартовый, с целью познакомить вас с общей концепцией игры. Основная пассивная способность – это рассечение. Два успешных удара подряд активируют его. Удар с этим статусом пробивает блок и наносит критический урон. Метательное оружие заменено на флягу. Испитие из нее дает бонус на ваш выбор и наносит урон в зону ног противника на средней дистанции. Тактика. По мне, это самый простой по механике персонаж. Также можно сказать и про метод ведения боя. Удары катаной быстры и слабы. Рассечением вы будете часто наносить критический урон, поэтому ваш скилл прямиком зависит от вашей реакции и от точных ударов. Фляга дает полезные бонусы. Линк может быть очень живучим или очень сильным на теневой урон. Конечно, большинство берут долгое лечение, но на высоких рангах Линк скорее дамагер, а не танк. Контрперсонажи. Если вы делаете ставку на теневой урон, не стоит играть против Адзумы или Кей. Излишняя живучесть лишает вас урона и человеческого достоинства. Рекомендую брать смешанную комбинацию талантов. Это лишит Линга сильных противников, что делает его универсальным бойцом для любого состава. Линг хоть и бесплатный, но очень полезный. Сочетание танка со средним и молниеносным уроном весьма удачно. Особенно для тех, кто только делает первые шаги в этом тонком искусстве. Я призываю людей поиграть за него, так как он открыл мне новые техники ведения боя. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. На этом все. Всем удачи в боях. До скорой встречи. Снова я напиваюсь. Снова...